Я ниф-ниф. Буду строить из кирпичей. И еще краску взял. На свиней не похоже. А! Теперь настоящие кирпичики. У меня есть для тебя челлендж. По всему видео разбросаны 5 бананов. Вот первый. Если сможешь найти еще 4 и написать в комментарии, где они, я переведу тебе 1000 рублей. Кто вы будете в будущем? Если вы сейчас все это проигнорируете, будете бомжом. Если поставите лайк, будете миллионером. А если вы подписаны на канал, то будете миллиардером. Важный урок. К нам придет сам директор. Так, бумага! Сколько можно разговаривать? Что я сказала только что? Вам это будет очень сложно. Пожалуйста. Раз директор придет, нужно от всех сладостей избавиться. Здравствуйте, Шертаги. Поставлю свой стол и буду смотреть. Бумага! Ребята, мы облажали. Директор взял нас под личный контроль. Будет контролировать самый серьезный человек в школе. Ну что, Хомяков, давай начинать. Давай. Я могла бы нас прикрыть, а то танцуют под его дудочку. Скажем, что мы би-бой. Ну типа брейк-дэнс. У меня как раз есть костюмчики для этой идеи. Внешний вид. Ну, вообще-то мы би-бой. Вместе мы Crazy Candy Crew. Старый. Вообще-то это наш новый стиль. У нас после школы вообще-то репетиция по брейку. Ну мы станцуем, но для начала нам нужен бит. Ну, очень похоже, когда вы на собраниях кашляете. Да. Нифига себе, аж помолодел. Да. И напоследок, короночка от моего брата. Твой фирменный. Так. А ну-ка, старичок, бит. Опа! Вы что, обалдели совсем? А ну-ка показывай, что у тебя там есть. Стоять. Не надо. А ну пошли вон отсюда, хулиганье. Знаешь, Владос, как же мы без познаний, которые в школе нам дают, поддаваться Морфею на уроках и учиться начнем. Кобяков, какой ерундой. Да просто задумался о тайне бытия. Могут директору понравиться. Может, философы переоденемся, путь грызет. Отличная идея, погнали. На дверь, к счастью, сразу же открывается другая. Мы даже не замечаем вторую. Глубоко. Урок начинается. Если в класс не попадете, то дверь... Выдохните. Каждую минуту, когда вы злитесь, и вы их никогда больше не вернете. Так, знание это настолько ценная вещь, что даже от нас. Так, не умничайте мне здесь. Не важно, куда мы идем. Важно, что мы идем с благой. Мы сегодня античный мир проходим. Вот сценку про философа. Будем грызть гранит науки. Похвально это самое. Зачем ходили-то? Холодно же. Не знаю. Третий по 58-ю страницу. Кто тут мое место подогревает, а? Давай, место мне освободил. Первый ляжешь. Ладно, рядом упаду. Слушай, а мобила есть? Вижу, что есть. Алло, Кобяков. А, Владос, я думал, это старшой. Поверил, директор тоже поверит. Четкий, смотри. А, прикольно. Пошел переодеваться. Так, погоди, погоди. Фингал обязательно нужен. А ну-ка. Не надо. Надо, надо, Кобяков. Ладно, я угораю. Сейчас подмалюем тебе фломастером. Питель, хотел вам рассказать, что мы вообще решаем любые конфликты. Вообще никогда проблем не бывает. Нужно одно дельце сделать. Маленькое такое. Если хочешь, чтобы мы за тебя любые вопросики решали. Сделай ее серой. И все порешаем. Короче, это пару движений. Ков, давай-ка пару слов сделай для зрителей. Без подписки. Иначе он попадает в красную кнопку подписаться. Знаешь, что такое ТикТок? Малые думали, что мы за конфеты не шарим или что? Забыли в младших классах. Решили нас Зинаида и Степана. Это слабый. Добрым быть всегда сложнее. Перевоспитывать. Судить меня дано лишь Богу. Ни Минздрав предупреждать не буду. У меня нет пушек, и вас выстегнут и глазом не моргнут. Полегче. Да ладно, брат, нам походу пора идти. Всегда было интересно, как они так на корточке сидят. О. Ладно. Оно, может, мне и не надо. Сказки. И мы решили подготовиться как следует. И сказки три поросенка. Ребят, напишите в плату и пронесем сладости. Как балерина и изменение расписания уроков с частым вызовом родителей в школу. Я ничего не воровал. Булочки в столовке. Ладно, так уж и быть. На первый раз вас простим. Танец маленьких утят. Что ж обо мне в школе подумают? На утят быть похожими хотят. Не зря, не зря. И пуститься в дальний путь, крича кря-кря. Мы пойдем. Конечно, конечно. Идите, идите. Я откуда не узнали? Это ж кому такой строгий выговор-то? Дело закрыто.
сладости вместе пронесли. Мы просто идеальная пара. Ты вратарь, а я нападающий. Не хочу быть вратарем. Педали. Чё? Какие педали? Ну ладно, предложи свой вариант. Робин Гуд, а я твой верный оруженосец. Ой. Классная идея, Кобяков. Оруженосец? Поторапливайся, оруженосец. Сатахи. Мы герои английских баллад. Оруженосец. Забираем у богатых и отдаем бедным. Сидоровой заберете. Они на ремонт класс, сами на трех машинах ездят. Влад и Кобяков. Ой, я этой про Лену, это не сладости на урок не проносите? Да нет, только лук. Белке в глаз попасть могу. Я в прошлом охотник, даже я так не могу. Держите яблоко. Да. Ты уверен? Да. Давайте, я не трус. Тогда попробую с закрытыми глазами. Ребят, мне нужно отойти. Ха, ну хорошо, мы пошли. Так не нервничал с тех пор, как жена рожала. У нас одна шоколадная стрела была. Ну какой псих на это бы вообще согласился? Не школа, а рабство какое-то. Да ладно, не нервничай. А как же на переменах не бегать? В школьной форме плохо ведешь, так еще и родителей вызывают. Ну да. В средневековье нас бы за сладости в клетку посадили. Владос, а ты не против, если я тебя на цепь посажу? Понарошку, чтобы сладости пронести. Еще мне плетку сделаем и торт в виде пенька. Секир башка тебе делать. Не, ну прикольно. Быстрее, я сказал. Тихо, тихо. Быстрее. Методы воспитания. Это мы. Молчать. Тебе слова не давали. Мы с бумагой к уроку истории подготовили. В чем же этот раб провинился? В попытке пронести сладости на урок. А я тебе 100 раз говорил. Подумай над своим поведением. Да. Раб, тебе слова не давали. Вот всем бы учителям в школе такое раздать. А это что? А это пень. Меня будут казнить на нем. В лесу не был. Только очень. Молчать, раб. Присаживайтесь, товарищ директор. Это же торт! Стой! Да это палач просто пень трухлявый выбрал. А может все-таки бисквитный? Я вам сейчас таких... А эту штуку себе оставлю. Дежурных в столовой буду подгонять. Йоп-та-ра-та-та. Какая фигня? Вообще-то это народные танцы. Думаешь, мне самому нравится? Ну ладно. Ну а для тебя я подготовил такой костюм. А это нам не надо. А давайте лучше частушку. Смотрите на меня, мама салом не кормила, я не... Стоп, стоп, стоп. Что за красотка с тобой? Новенькая, что ли? Че, не узнали? Да ты что, Кобяков? Ух, это ладно. Сейчас доставай телефон и снимай в ТикТок. Так, а ну-ка, ту, которую мы репетировали. Давай. Так, все, 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 быстро в класс. Давай, давай, Ой, вот Кобяков, человек без будущего. Монетками шоколадными. И стать легендарными звездами. Элвисом Пресли. Да как А4 в Ютубе. Ну, только в музыке. Вы не запаривайтесь, училки в курсе и так. У меня будут модные сладкие штаны. Хорошо, что микрофон с автотюном. Здрасте, я Майкл Джексон. С Пресли. А я директор этой школы. Круто поете? Разрешим с нами сфотографироваться. Конечно. Сейчас. Садись, Джексон. Готово. Вот вы, ребята, молодцы. Раньше песни были, а сейчас это скрфау, let's go. Проходите. Сладости нет? Нет. Откуда? Ой, ребята, мои любимые исполнители. Здрасте. Самый замечательный урок музыки. Мы будем петь, потом посмотрим, как вы красиво смотритесь и поете. В общем, сегодня у нас урок музыки просто Павел. Зацени, сколько я камней насобирал. Ты чё? Ты же зубы сломаешь. Похоже на камни. Прикольно. А у тебя что? Чего себе ты заморочился? Пещеру найти? И можно ролик про первобытных людей. Идем на историю и сделаем вид, что мы первобытные люди. Наконец-то вы в своем пришли. И без костюмов. Мы проходим каменный век. О, тебя бы сразу саблезубый тигр сожрал. А что, если на улице дождь и факел затух? Хорошо, а если камни закончились? Отдам Кобякова. А что это меня? Такие, как Кобяков, это тупиковая ветка. Ладно, проходите на урок. Эх, совсем неподготовленные мальчики. Пугнуть зверя. Нужно встать в угрожающую позу. Иди сюда! Это на кого он так орет? Жесть. Мы создали специальный плейлист, больницу и даже в аквапарк. Ну а с вами был я, меня зовут Влада 4. Пока!